Приветствую! Сегодня у меня в планах отрубить цвета и попробовать так порисовать. Ну, конечно, я так уже делала, у меня опыт есть, но... А, уже третий. Но сегодня я покажу это вам в виде длинного видео. Помимо просто факта того, что я не буду видеть цвета, которыми буду рисовать, я еще решила использовать только одну кисть, и она будет нестандартная. Вот это да. Ну как, в программе она стандартная, но я ей просто обычно не пользуюсь. Но все-таки я решила себя немного пожалеть и не брать слишком сложную кисть. Ну, начнем, пожалуй, да, рисуем сегодня Муичера и Доуму. Все из одного аниме «Клинок рассекающий демонов». Надеюсь, будет актуально, поскольку там сейчас активно выходит новый сезон, который я, конечно же, еще не видела. Я, как обычно, просто жду, пока выйдут все серии. Кстати, было бы еще интересно узнать, какой персонаж вам нравится больше всего. К примеру, у меня аж три таких типа. Это Шинобу, Тамиока и Зеницу. А еще я не определилась, как именно хочу показать вам процесс, поэтому у меня часть так, часть так. Ну, зато тут можно даже увидеть набросок. Кстати, да, на сам спидпейнт с программы я наложила черно-белый фильтр, чтобы не раскрывать карты с самого начала. Ну все, с этим закончила наконец-то. Черно-белое нечто выглядит вот так, но сам цветной рисунок сейчас вы увидите. Ничего себе! А что ты такой зеленый? Ну а теперь очередь Доумы. Чисто искренне, но такие-то мне так сильно ломать не хотелось. По-прежнему отрубаем цвет, берем эффектную кисть, которой я обычно не пользуюсь. А очень зря, выглядит прикольно. Готовим палитру и прощай спокойной жизни. Небольшой спойлер, вот так вот заливать фон в самом начале было не самой лучшей идеей. Это то же самое, что я делала с Муичера. Да и вы скоро поймете почему. Ты просто бездарность. Тут у меня небольшой закос на японца, но тоже уже не первый раз. Я рисовала вот эти надписи на костюмах. Узнали, кстати, этих личностей? Ну все, с домой тоже закончили. Вот такой он черно-белый. А теперь вырубаем цвета и... Опять зеленый! Нет, в смысле? Да, вот именно об этом я и говорила. Я не знаю, почему меня так тянет к этому цвету сегодня, но, возможно, если бы я выбрала цвет для фона потом, он был бы другой. Ну, имеем, что имеем. В принципе, результаты мне нравятся, и надеюсь, вам тоже. Ну, а пока я здесь, приглашу вас к себе в ТикТок. Там есть целый плейлист с подобными рисунками. Итак, всех рада была видеть, благодарю за просмотр и увидимся.